Два человека пострадали в результате аварии на пересечении улиц Беломорская и Карагандинская. Там столкнулись автомобили «Лада» 14-й модели и «Киа Сид». По предварительной версии, водитель последний, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил отечественный автомобиль. Удар был такой силы, что «Лада» даже опрокинулась на бок. Нафиса Минязова с места происшествия. По словам очевидцев, отечественный автомобиль ехал по главной дороге по улице Беломорская. На пересечении с Карагандинской его автомобиль на высокой скорости протаранил Kia Ceed. Водитель «Лады» такого поворота события не ожидал, поскольку был уверен, ему должны были уступить. И мчащуюся иномарку, говорит, он не видел. Молодой человек уверен в своей правоте. Я так поняла, водитель иномарки виноват? Да. Поехали! Всего в больницу с различными травмами были госпитализированы два человека. Это водитель и пассажир отечественного автомобиля. Также в нем находился и ребенок. К счастью, он не пострадал. Водитель иномарки своей вины не отрицал. На вопрос, почему не уступил дорогу отечественному автомобилю, ответил честно. Машину не заметили. Сейчас автовладельцев ждет разбор в ГИБДД. Степень вины всех участников аварии автоинспекторы будут устанавливать после постановки окончательного диагноза пострадавшим. Материальный ущерб также будет необходимо подсчитать. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, вызов 112.